привет, друзья! С вами как Старобзи и добро пожаловать на эпическую битву снайперов Мэнди против Пайпера! И сегодня мы узнаем, кто же из них все-таки сильнее, поэтому обязательно досматривайте до конца. Ну а сейчас новый челлендж. Если вы хотите, чтобы все ваши желания сбывались, нужно прямо сейчас за 3 секунды поставить лайк и подписаться на канал. Раз, два, три, а теперь погнали! Обычная атака, и что произошло? Они убили друг друга одновременно, но, ребята, если замедлить, ребята, съемку, мы увидим, что Пайпер побеждает буквально на доли миллисекунды и забирает свой первый балл. Это просто жесть, посмотрите, что происходит, и в ближнем бою здесь, конечно же, Пайпер проиграет. 1-1, ребята, пока что ничья, они еще используют ульты, и посмотри, Пайпер просто перепрыгнула. Пайпер просто перепрыгнула ульту Мэнди, забирает себе баллы. Это 1-2 в пользу Пайпера пока что. Наша самая просто снайперская бравлерша побеждает. Посмотрим, если вблизи, то посмотри, что происходит. Посмотри, что? Опять ничья, да ладно? Нет. Это ничья. Это реально ничья. Они друг друга убили одновременно. Я в это просто не верю, ребят. Посмотрим, у кого все-таки больше дальность атаки. И вот. Вот вам результат. Кто же дальше стреляет? И вы прекрасно видите, что на полторы клетки, ребята, Пайпер проигрывает. И здесь заслуженно, заслуженно Мэнди забирает себе еще один балл. Посмотрим. И что? Это что было, ребята? Еще один балл, ребята, забирает себе Мэнди. 2-3 становится. И так, дальность ульты, ребята. Но дальность ульты здесь, мне кажется, никто не сможет победить Мэнди. Даже Биби, ребята. Посмотрите, дальность просто сумасшедшая. Посмотрим, счет становится 3-3. Счет становится 3-3. И ширина атаки у двоих одинаковая. Здесь тоже ничья, ребята. Но я понимаю. Я понимаю, вот это заруба. Ширина ульты у Пайпера просто в 10 раз больше. Потому что разброс этих гранат по всему периметру, ребята, смотри, кто больше нанесет урона сейфу. 3 атаки, каждая атака 1800. Если Пайпер еще из кустов и на максимальной дальности, да вы издеваетесь, ребята. Здесь, конечно, будет урон намного выше. 16% сняла, а там всего лишь 9, ребята. Конечно же, счет становится 3-5. В пользу Пайпер, посмотри, ребята, что происходит. Сейфу 3700 нанесла урона Мэнди. Пайпер что делает? Бросает гранаты и наносит сколько? Еще больше? Сняла 9, а там 7. 3-6 в пользу Пайпер. Я просто не верю своим глазам, ребята. Пайпер пока что отрывается. Ого, ого, она нанесла с ульты 35 тысяч урона. Мне кажется, Пайпер не сможет побить это. Пайпер не сможет побить это. Посмотрим, кто же все-таки больше. Да, 23 900. Мэнди собирает себе балл в копилочку. Счет становится 4-6. Посмотрим, кто же быстрее, Мэнди или Пайпер. Мне всегда это было интересно. Ставьте лайки и досмотрите до конца. Посмотрим, кто же из них быстрее. Мне кажется, что они одинаковые. Они одинаково бегают, ребята. Просто какая-то жесть. Итак, выстрел, выстрел пошел. И у Пайпер выстрел быстрее. Она еще один балл забирает себе. Пока что полный разгром. Так, смотрим. Ширина ульты и... Нет, ульта все-таки быстрее у Мэнди. Это была скорость полета ульты, ребята. Мэнди выигрывает 5-7. Немножко разорвала дистанцию. Ну и по хпшке Мэнди тоже побеждает. На, друзья, очень много. 600 хп разницы. Это большая разница. Счет становится 6-7. И Мэнди практически догнала Пайпер. Посмотрим, у кого же все-таки быстрее перезарядка. Кто же лучший перезарядливый снайпер в игре? Итак... 4 секунды и 17 миллисекунд. Это была Мэнди. Посмотрим, сколько заряд у Пайпера. Смотрим. Давай, Пайпер. Мне кажется, она проиграет. Мне кажется, Пайпер будет дольше. Да, у нее... Ого! 6 секунд. Ребята, просто на 30% дольше. И посмотрите на счет. Внимание. Внимание. 7-7. Они сравнялись по счету. Я глазам своим не верю. Мэнди проигрывала, а теперь они наравне. Итак, кто быстрее заряжает ульт? И да, Мэнди заряжает с 5 атак. Это я прекрасно знаю.
А вот со скольки атак заряжает Пайпер, я почему-то забыл. Посмотрим, смотрим, максимальная дальность. Итак, раз, два, три. Зарядила, о боже мой, в два раза быстрее, даже почти в три раза быстрее зарядила ульту. Вот это, конечно, заслуженно. Заслуженно 7-8 в пользу Пайпер, ребята. С ульты зарядила половину. Половину ульты зарядила с ульты. А здесь, а это с ульты зарядила практически 80%. Офигеть, офигеть. 7-9 в пользу Пайпер. Еще один, еще одна проверка. Итак, нанесла сколько урона, ребята, это просто жесть. А, за сколько она использовала ульту, ребята, 0.53. И здесь намного дольше, здесь дольше, 8-9. Но пока что Пайпер лидирует. Итак, посмотрим, кто быстрее выстрелит 3 атаки. Раз, два, три. 1 секунда и 38 миллисекунд. Посмотрим, как справится Пайпер даже вблизи. Даже несмотря на то, что вблизи. Раз, два. Одинаково. Понимаете, насколько они одинаковые, что у них, боже мой, скорость атаки, бег. Ребята, одинаковые. Итак, Мэнди ничего не сделала. Ничего не сделала. Она только смогла замедлить. Но не оттолкнуть, ребята. Итак, что делает Пайпер? Ой-ой-ой-ой-ой. Пайпер справилась лучше и забирает себе заслуженно балл. Выигрывает здесь тоже. Посмотрим. Через стену может. Может, конечно же, сломать нет. Но нанести урон может через стену. А Пайпер, ребята, может и сломать, и нанести урон. Поэтому Пайпер забирает еще один балл. 11-8. Это просто разгром. Что происходит, ребята? Фарм ящиков, фарм ящиков. Мэнди будет фармить очень долго. 4 атаки понадобится ей. Это было 3 секунды, 33 миллисекунды. А Пайпер из кустов, конечно же, ребята, на, пошла наваливать. И справилась меньше, чем за 2 секунды, ребята. Счет 8-12. Пайпер пока лидирует на 4 балла. На 4 балла, ребята, это на 50%, ребят, очень жестко. Посмотрим, кто быстрее справится с 8 ящиками, ребят. Посмотрим, Пайпер все-таки или Мэнди. Но опять же, если Пайпер поставит на максимальное расстояние, там будет просто колоссальный, жуткий, огромный урон. Смотрите, 51 секунда. 51 секунда понадобилась Мэнди. Посмотрим, сколько секунд понадобится Пайпер. Итак, пошел развал. Так, собрала баночку, отошла. Собрала баночку, вот это... хитрая, смотри. Вы понимаете, насколько хитрая тактика? Она ходит собирать банки, отходит и наваливает. И справилась она за 42 секунды. 8.13. А что если она использует ульт? Посмотрим. Смотрите, Мэнди делает атаку. Что она делает? Что она делает? Что она делает? Она фармит два... Смотри. Ого, ого, ого. А может бы лучше было сразу? Не, все-таки да, правильно сделал автор, ребята. Автор правильно сделал, 25 секунд с ультой. А если сделает то же самое Пайпер, посмотрим. Кидает бомбы, наносит колоссальное количество урона, отходит в кусты и пошла снова собирать банки. Это ее тоже ускорит? Да, ребята, я почему-то думал, что Мэнди просто в хлам выиграет, но нет, Пайпер... А, проиграла, ребята. Ну окей, Мэнди немножко отыгралась. 9-13, но опять же, это слишком большая разница. Итак, посмотрим, кто быстрее справится с вот этими нубчиками. Посмотрим, кто же больше потратит времени. 36 секунд и 41 миллисекунда понадобилось Мэнди. Посмотрим на Пайпер. Итак, Пайпер делает атаку. Да, ребят, смотри, что она творит. Смотри, что она творит. Она всех шотает с одного удара. Только здесь проблема у того, у кого будет быстрее перезарядка, тот и убьет их быстрее. Что? Пайпер? Да ладно. У Пайпер-то перезарядка дольше. Как она? Как? Я сейчас не понимаю. Я вот сейчас мне непонятно. То есть перезарядка у Мэнди быстрее. Перезарядка у Мэнди быстрее, но фармила она дольше. Это очень странно. Это очень странно. Пайпер же с дольшей перезарядкой фармит быстрее. Что? Я просто в шоке. Я сейчас просто в шоке. Я не знаю, как сейчас забрала Мэнди этот балл. Точнее, Пайпер, но это было странно. Итак, теперь с помощью ульты. Сколько понадобилось секунд? О боже мой. За 3 секунды и 45 миллисекунд Мэнди вынесла всех этих роботов. Пайпер, мне кажется, будет фармить намного дольше. Смотри. Смотри, что она делает. Да, она уже потратила больше времени. Хотя она фармит быстро. Намного быстрее, чем обычная атака. Но она фармила 8 секунд. А Мэнди за 3. Счет 10-14. Я верю в Мэнди. Я верю, что она может еще вырваться. Итак, за сколько секунд она вынесет робота, ребята? Смотрим. Давайте. 4 секунды уже прошло. Слушайте, мне кажется, это будет просто вечность. Она использует ульту. Она использует атаки. И фармила она целую одну минуту.
и 25 секунд. Это слишком долго. Мне кажется, Пайпер вынесет намного быстрее, ребят. Пайпер справится покруче. Так, она кидает бомбы, делает атаку, снова кидает бомбы, снова делает две атаки. Посмотри, она может делать это вечно, ребята. Посмотри, насколько быстрее. Боже мой, вот это Пайпер четырюга. Вот это Пайпер вообще юзает какие-то запрещенные приемы. Забирает балл, счет 10-15. Итак, кто же лучше сдержит робота? Посмотрим. Мэнди пытается сдержать робота, но пока что плохо получается, ребят. Счет 10-15. Напомним, Пайпер опережает Мэнди на 5 баллов. 58% остается у сейфа. Итак, что делает Пайпер? Пайпер хитрит, Пайпер идет по кустам. У Пайпер есть все условия. Смотрите, что делает она. Посмотри, она на себя немножечко байтит, отходит. Она просто отвела и тем самым выиграла. Мне кажется, автор, ребята, 100% болел за Пайпер, потому что если бы Мэнди тоже отводила, она могла бы выиграть. Посмотрим. С использованием ульты тоже все-таки больше сделает. Мне кажется, Пайпер все-таки отбросит робота, и это намного будет выгоднее. Почему Мэнди сейчас не отвела робота, мне это неизвестно. Она могла отхилиться и отвести просто робота. Итак, 65% у робота. За кого вы болеете, кстати? Кто, по вашему мнению, лучший снайпер в игре? Смотри, что делает Пайпер. Смотри, она опять байтит робота на отвод. Смотри, но в этот раз не получается отвести. Все равно побеждает. Счет 10-17. Разгромный счет. Это просто жесть, ребята. Смотрите, лучший снайпер в игре, не по моему мнению, по мнению автора этого видео, ребята, это Пайпер. Счет 12-17. Но опять же, напишите в комментариях, за кого болели вы, кого вы считаете самым сильным снайпером и кто же все-таки лучше. Ставьте лайки и не забывайте подписываться. Всем удачи, покедова.